Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня у нас 9 января 2023 года, и я продолжаю наш новый цикл, который будет и называться, и называется «Три шедевра ожившей поэзии». Первый выпуск был посвящен великому Александру Сергеевичу Пушкину. Сейчас будет второй выпуск, который я посвятил Вероне Шумиловой, поэтессе, с которой я больше всего работаю, с которой у нас более 600 композиций, есть одна книга поющая, будет скоро вторая, которая называется «Верона Шумилова, ожившая поэзия». И сегодня мы послушаем три композиции на стихи Вероны Шумиловой. Первая будет называться «Белые ночи мои», затем «Не я приду к тебе». Сегодня, как, кстати, написал я эту композицию. Далее «Ночь на сказку похожа». Ну и пока прекратим, мы, ибо здесь у нас такой формат, только три композиции. В следующий раз будут, наверное, еще композиции, потому что у нас с Вероной Шумиловой очень много настоящих шедевров. Итак, начинаем. Верона Шумилова, «Белые ночи мои». Музыка исполнения везде Самуила Фрумовича. Слушаем три шедевра на стихи Вероны Шумиловой. Oh,
Yeah.
Послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт романс» на стихи замечательной поэта Северова Шумилова. Композиция называется «Ночь на сказку похожа». Музыка исполняется в Ломовиче из цикла «Шишевая». Музыкальная композиция «Экспромт. Ночь на сказку похожа».
И на этом, друзья, я заканчиваю. Это был второй выпуск из цикла «Шедевры ожившей поэзии», посвященный этот номер, этот выпуск посвящен творчеству Вероны Шумиловой в ожившей поэзии. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумой. Всего вам доброго. До новых встреч.